Абсолютно всі батьки переживали за своїх дітей. Хтось намагався відправити до бабусі кудись у село, хтось намагався взагалі вивезти за кордон. Твої колишні чоловіки, батьки твоїх дітей, Семен Горов, Антін Мухарський, вони зателефонували хоча б, попіклувалися про ваших спільних численних дітей? Да, Катя, ти знаєш, несмотря на те, що старша моя дочь Анастасія в этот момент находилась в Італії і була в безопасності, а средняя моя дочь Александра находилась в Америке, так как ты знаешь, она учится там. Именно Семен Горов позвонил мне, когда было опасно, и спросил, не нужна ли мне помощь и не нуждаюсь ли я в чем бы то ни было. А Антин Мухарский? Когда ты его встретишь, если ты его встретишь, задай ему этот вопрос. Я так розумію, что ты его взагалі загубила. Как ты знаешь, ситуация разворачивалась таким образом, что свой персональный ад я прошла чуть-чуть раньше, чем это начала проходить вся страна. И мы, к сожалению, потеряли на баррикадах человека, которого звали так, зато приобрели персонажа с другим именем. Профессор антропологии Орест Лютий. Ах, Бандеро, украинский апостол. Ах, Бандеро, тобі жилось непросто. Якось ти сказала про те, що він став ультранаціоналістичним. Що трапилося? Які зміни відбулися з людиною, яка жила поруч з тобою багато років в одному будинку, після, як ти сказала, барикад? Я не знаю, Катя. Це взагалі просто другой чоловік. Вообще просто другой человек, с другим именем, с другой фамилией, с другими глазами, с другими мыслями, с другими чувствами. Вот знаешь, есть такое понятие – измененное сознание. Ну, то есть люди же сходят с ума или они переписывают свою историю.